Смотрите на канале «Планета ТВ плюс ТНТ» с 7 по 13 ноября трансляцию юбилейного концерта, посвященного 30-летию ансамбля «Алтай». Генеральный спонсор показа – медицинская клиника «Ультра плюс». «Ультра плюс» – услуги кабинета УЗИ для взрослых и детей, обследование внутренних органов сердца и сосудов, щитовидной и молочных желез, гинекологическое УЗИ и другое. Услуги кабинета ЭКГ, запись ЭКГ, суточное мониторирование АД и ЭКГ, консультации специалистов, невропатолог, хирург, детский и взрослый кардиолог, консультации специалистов на дому. Проспект Коммунистический, 1, телефон 675-71. Спонсоры показа. Стоматологическая клиника «Мастер Дент» предлагает услуги: лечение, удаление зубов, имплантация, протезирование любой сложности. «Мастер Дент», улица Петра Сухова, 2/1, телефон 6-44-12. Магазины «Электрика» компании «Карат». Мы работаем, чтобы в вашем доме было светло и уютно. Электротехническая продукция в наличии и на заказ. Торговый центр «Кристалл» и база «Простор», улица Поселковая, 1. Телефон для справок 6-18-27. Салоны «Ювелия» приглашают любителей изысканных драгоценностей за новинками с главной выставки года «Джан Векс», город Москва. Вы знаете, мы находимся в театре, который носит имя Кучеряк. И вот, когда готовились к этому концерту, почитали его мемуары, и он там рассказывал о том, что одно время вот здесь, на Алтае, в 30-х, 40-х, 50-х годах было модно петь русско-алтайские частушки. В одних же частушках звучал и русский, и алтайский текст. Мы подумали, что вот концерт очень как-то у нас серьезный получается. Думаем, дай-ка возродим традицию. Обратились к Нагону Шумарову. У него очень много фольклорных записей. И алтайских частушек, и русских частушек. И вот у нас в филармонии есть солистка, вокалистка нашей филармонии, заслуженная артистка Республики Алтай, Марина Вялкова. Марина Вялкова! И мы решили попробовать возродить вот этот вот жанр. Посмотрим, что у нас сейчас получилось из этого. Итак, частушки. Thank you.
Марина Вялкова, ансамбль «Алтай». Марина, Марина. Марина, Марина, не уходите, поклонитесь еще разочек. Сюда вот пройдите, да. Ну вот так вот вместе и погуляли, и частушки попели. Спасибо.